Пляски у вечного огня устроила группа ивановских студенток. Девушки записали фонограмму и сняли клип поздравления для своей подруги. Однако в качестве декорации к ролику выбрали мемориал памяти героев фронта и тыла. Многих ивановцев видео возмутило. Ивановская общественность уже сравнила их выходку со скандальным поведением «Пусси рёт». А танцы у вечного огня, по мнению горожан, не что иное, как надругательство над памятью павших солдат. Став объектом такого пристального внимания, девушка, выложившая видео в соцсеть, уже удалила свою страницу.